Трудно представить место более отдаленное от приключений, чем монастырь. Героиня этой истории, если бы это зависело от нее, конечно, предпочла бы остаться в его стенах. Однако судьба приготовила для нее нечто другое. Сначала тебя выгнали из дома, а затем из монастыря. И если бы ты случайно убила кого-то и попала в тюрьму, рано или поздно тебя бы тоже выгнали оттуда.